Иза, твой муж, не мог бы ты рассказать мне об этом? В то время я работал в ячейке по борьбе с террором и освобождению заложников. Он был в оперативном отделе таможни. И увидев это, я понял. Он вляпался в эту торговлю. Ты уверен, что мне это говоришь? Я точно знаю, что Эрик был чист. Что ищешь? Оружие. Автоматическое. Тротил, взрывчатка. Почему вы убили моего мужа? Это сделала женщина. Она не пыталась уйти от слежки товарищей. Пришла, чтобы умереть. Ангел смерти. Смерть и разрушение. Приставила к голове пистолет. Она меня прикончит. Она совсем больная. Где она прячется? Ей нигде не будет безопасно. Я заплачу за это, сколько потребуется. Пошел ты. Я кончу, как он. Я знаю, я вас всех с собой заберу.